На Приморье надвигается южный циклон. Уже сегодня в крае усилился ветер и пошел дождь. В дальнейшем ожидается сильное ухудшение погоды и понижение температуры. Основное ухудшение погоды ожидается уже 19 числа, уже в ночь на четверг. То есть ожидается усиление интенсивности осадков. Осадки будут носить различные фазы, то есть характер будет разный. Это опять же по краю и дождь, переходящий в снег, мокрый снег, и в том числе и снег. То есть различные фазы осадков ожидаются, связанные с этим циклоном. Также усилится ветер до 25-30 метров в секунду. Ожидается, что во Владивостоке основной пик циклона придется на ночь 19 ноября. В течение дня около нуля, слабый минус, небольшой плюс, то уже к вечеру можно ожидать понижения градусов до 3-5 со знаком минус. В связи с этим, как я сказал, осложнится дорожная обстановка из-за гололедицы на дорогах, а если будет идти еще и снег при отрицательной температуре, то это снежный накат. Ну и, в общем, автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный, новости на восьмом.